Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на моем канале по вязанию. Зовут меня Лара. И в этом видео я расскажу вам, что же мне удалось повязать, связать в апреле месяце в рамках совместного проекта «Женские прихоти». Автор и организатор проекта Валентина Романчук и ее канал «Валентина Романчук. Вязание длиною в жизнь». Как вы знаете, в предыдущем видео, в прошлом месяце, я начинала вязать Хейвард. И в этом месяце я его довязала полностью. Вот такая красота у меня получилась. Вот с таким рукавчиком. Три четверти. И вот так вот разложились цвета этой пряжи. Вот я вам ставлю фото при дневном освещении, чтобы в целом вы смогли посмотреть, как это симпатично смотрится. Я, к сожалению, еще не успела провести ВТО, но я обязательно проведу ВТО и в следующем видео более подробно расскажу, как я вязала этот Хейвард. Вот такая вот у меня получилась в этом месяце выполненная работа. Вязала я из пряжи Yarn Art Flowers, и цвет это 280. Вязала я спицами 2,5, и ушло у меня 370 грамм. И следующая готовая работа — это вот такие вот носочки. Это Alize Artisan, и цвет 90-11. Вот такие вот прелестные носочки. В нашем проекте я уже третий человек, который вяжет из такой пряжи носки. Первая была Оля, живу и вяжу в деревне. Также из такой пряжи вязала Светочка, вязалочка Светлана. И вот у меня. Вот. Посмотрите, как хорошо, красиво разложились цвета в этой пряже. Я вязала эти носки на 38 размер и набирала 64 петли. Вязала я на спицах 2,5, и ушло у меня 73 грамма. Вот такая вторая работа. Так что вот такие успехи у меня случились в апреле месяце. Всех участников проекта вы найдете у меня в описании к этому видео. Девчонки все классные, атмосфера у нас очень дружная, все мы друг друга поддерживаем, вяжем в компании. Проходите, смотрите на их работы, вдохновляйтесь, поддерживайте нас. Ну, а мы дальше будем продолжать вязать в этом совместном проекте. Спасибо вам за внимание, за поддержку канала, за поддержку нашего совместного проекта. Ну, а я пойду вязать. До новых встреч. Пока-пока.